И вот мы уже над Южной Америкой, заброшенные туда по приказу спецотдела без имени. По приказу человека, отправившего на верную смерть не один десяток бойцов. Хотя в определенном смысле жизнь налаживалась. Походу это Эквайр, крутой спец ЦРУшный, раз один тут исполняет. Ага. Не нравится мне это. Совсем не нравится. Эй, тебя Флинн зовут, да? Расчетное время. Флинн! Эй, пилот! Ау, чувак! А, черт, я только... Погоди, чувак! Кажись, я сигареты потерял! Сейчас! Гребаный вторник! Вечно по вторникам все из рук валится! Когда мы наконец доберемся? Всего пару минут! Ядрен батон! Черт! РПГ! РПГ! Да, я видел! Блин, что за нахер? Хреновый у русских РПГ! И это круто, чувак! Был бы наш Джевелин, пришлось бы финт ушами сделать! А нельзя тупо высадить нас где надо, пока я твоим ушам сам финт не устрою! Есть! Как прикажете, босс! База «Призрак» на связи! Подтверждаю курс на высадку 6449! Наверху! Задание обещает быть коротким. Ладно, все за мной. Смотреть в оба. Походу, наш клиент отработал. Весьма недурственно, кстати. Тебя никто не спрашивал. Чш! Чё там, сержант? Двигаемся. Дистанция 5 метров. Туда. Лагерь Эквайра там. Адская перестрелка. Видать, тут и люди Эквайра. Два трупа. И все. Зря время теряем. Стоп, стоп, стоп. Вашу мать, он же труп, ядрём батон. Мы что, будем сидеть, ждать, пока горе-эксперт доложит то, что мы и так знаем? Эквайр жив. Иначе бы они по-любому забрали трупы. Точно, это подсказка. Наверняка Эквайр оставил. Вроде совпадает по сетке. Значит, нам нужно идти вверх по течению. Ладно. Вызывай Флинна. Флинн свалил, Хэк. Час от часу не легче, блин. У нас гости. Голову ниже!
взять его! На землю! Это ПК! Давай тащи РПГ сюда с террасы! Зачем эти ублюдки на нас лезут? Хотят убедиться, что у нас нет Игуайра. Я говорю вам, наверняка он все еще жив. И какой план? Вызываем Флина и уходим? Потому что не хватает оружия. Так, допустим, мы хотим найти коробочку. Не люблю я реки. Главное, ушами не хлопай. Дерьмо, а не оружие. Как думаешь, Брэд вот нам все говорит? Страшно мне знать. Я пехота, а не долбанный спецназ. Просто делаю свое дело. Ладно, у меня есть идея. Эй, да не виляй ты. Все в ажуре. Не, ребят, послушайте. Если на нас напали военные, они должны состоять на довольствии. У кого? Верный вопрос. Думаю, у кого-то, кому нужен игуар. Ты видел? Птицы, наверное. Не знаю. Может. Не отвлекайся. Чувак, я точно что-то видел. За нами следят. На кой ляд они за нами следят? Погоди, я тоже видел. Вон там что-то есть. Да. Кус шевельнулся, видал? Нет. Ну, не знаю. Дерьмо какое-то. Марло, выведи нас отсюда. О, зашибись, приехали. Так намного лучше. Выходим, идем пешком. Когда-нибудь...